Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии, и меня зовут Лена. Я сегодня, как всегда, уже у меня постоянная рубрика «Знакомлю вас», «Знакомлюсь сама с новыми для себя ароматами», «Открываю что-то новенькое», «Что-то закидываю, скажем так, себе в виш-лист», и потом уже иду к полноценному флакону, «Что-то, наоборот, вычеркиваю из этого виш-листа». В общем, для меня это очень познавательная, так сказать, рубрика. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, давайте же начнем. Со мной, как всегда, мой собачечкин, мой гаврюшечка спит такой на подушечках. Всегда рядом с мамочкой. Тут уже плед, конечно, пропахшийся духами, но ему это очень нравится. Вот я не знаю, что его тянет. Всегда вот место нанесения он пытается облизнуть, помаду пытается облизнуть, глаза накрашенные, тени, тушь пытается облизнуть. В общем, собака парфюмера. Ну и что, мои дорогие, давайте же начнем. У меня многие спрашивают, где Мишу не видать, Мишу с девчонками, с кем общаемся. Вы знаете, когда я снимаю, Миша у меня постоянно куда-то кот мой прячется. Но я завела все-таки телеграм-канал, дорогие мои. Это для меня, конечно, подвиг. А что самое интересное, мне понравилось. То есть каждый день 24/7. Я там что-то выкладываю, о чем-то говорю, что-то показываю, в общем, свою повседневную жизнь. Там у меня мелькают, конечно же, мои животные. В общем, очень у нас там все интересненько, все там главные новости, что нахожу сама, что мониторю, смотрю, я выкидываю теперь туда. Я, конечно, в видео многое могу что-то забыть, не рассказать. Теперь у меня есть такая площадка. А многие у меня про телеграм просили. Лена, осваивай. Все, дорогие мои, встречаемся там. Все ссылочки оставляю под видео на все свои соцсети. Телеграм, Яндекс.Дзен, Рутуб. Я тоже там копирую, скажем так, выкладываю свои видео. Если у вас здесь не ладятся просмотры, что-то не грузится, виснет, пожалуйста, прошу, проходите туда, где вам удобнее, смотрите, развлекайтесь. В общем-то, у меня развлекательный контент. И, естественно, я всегда оставляю свой промокодик на 10% скидочки в интернет-магазине «Рандеву», где я, в принципе, и покупаю всегда пробнички по 1,5 мл. Промокод суммируется со всеми акциями, скидками магазина. Действует при заказе от 2500 рублей. Многие у меня еще спрашивали, почему-то вот промокод там вводишь, не действует. Не надо его копировать, нужно обязательно вводить вот 10 филена за главными буквами, и будет нам счастье и добро. Естественно, в магазине море продукции. От Ливантики 1,5 мл, миниатюры 8 мл на самые дорогие ароматы. Можем попробовать прикоснуться к этой, так сказать, шикарной прелести. Также дорогой аромат можно заказать в рассрочку, рассчитаться за несколько раз. В общем, все, что нашей душеньке угодно, все в магазине есть, все для нас. Проходите, смотрите, мониторьте все ссылочки, названия ароматов. Все я дублирую под видео. Так что давайте же с вами начнем. Не люблю, когда меня вот это прерывают. Первый аромат, который меня заинтересовал, аромат Юб. Этот парфюм для мужчин предназначен. Делал его Мишель Альмирак, знаменитейший парфюмер, который сделал в свое время Гуччи Раш, но и многое других парфюмов. Аромат 1989 года, но многие, я смотрела, хвалят этот парфюм, называют его аромат унисекс. И действительно, дорогие мои, взяла себе вот пробничек. Я вам скажу, что да, аромат не полностью мужской, скажем так, не в мужскую сторону. Да, можно сказать, что он не современный, но для меня он совершенно актуальный. Вы знаете, я здесь слышу как будто бы лаванду, как будто бы она здесь есть, лаванда. На старте мне кажутся какие-то даже красные ягоды в пирамиде, они не заявлены. Здесь заявлены, пирамида вот такая, как всегда раньше делали, цветок апельсина, мандарин, бергамот, лимон, корица, гелиотроп, жасмин, кардамон, ландыш, ваниль, бобы тонко,
сандал, пачули, мед, табак, ветивер, в общем, пирамида вот такая вот. Я вам скажу, все пирамиды мне слышатся со старта красные ягоды, как будто здесь даже вишня. Скорее всего, скорее всего, специи, естественно, потому что сочетание корицы, да, со многими другими ингредиентами бывает, выдает такой аспект вишни. Или мы уже во многих сочетаниях, во многих парфюмах уже наслышаны, что вишня, например, с той же корицей сочетается. Может быть, мой мозг это дорисовывает. Но при первом распылении я же ароматы изучаю, не читая пирамидки. Конечно, когда я выбираю, что мне заказать, я пирамиду читаю, но это так, постольку-поскольку. Я ее прочитала, тут забыла. Пирамидка интересная, да, думаю, надо заказать. Или я у кого-то увидела аромат, говорят, классный. Вот я решила себе его заказать. И когда мне парфюмер приходит, я сама себе делаю слепой затест. То есть то, что ощущаю я. Вот и я ощутила здесь красные ягоды на старте. Я здесь чувствую даже какой-то ментоловый холодочек. Вот мне показалось, что здесь лаванда. Но, скорее всего, это кардамон. Это кардамонище делает. Такой какой-то вот прохладный, такой холодноватый такой аспект. Но есть у кардамона, у многих специй такой какой-то анисово-ментоловый такой вот аспект. Здесь слышится ландыш, то есть аромат немножко, как будто бы мелковат. Здесь нет автошейва. Я вам скажу, что действительно аромат унисекс. Вполне, то есть я его вижу и вполне и на девушках. Но все-таки таких уверенных в себе. Аромат, вы знаете, я бы не сказала, что он переливается. Вот он в одной такой вот монотонной гамме. Вот у меня вот этот холодочек, чуть-чуть какой-то вот такой вишнево-специевый аспект, чуть-чуть прохладцы свежести от лаванды, чуть-чуть как будто бы мелковатый замыливающийся такой вот аспект. Аромат вне сезона. Я бы не сказала, что это, например, аромат на зиму там, или на лето. Мне кажется, он в любое время года будет нормально. Но стойкий, шлейфовый. Я, дорогие мои, не знаю, как уже определять стойкость, шлейфовость, потому что, ну, на каждом человеке действительно мы все знаем, а все это индивидуально по-разному. Но, вы знаете, мой плед, я снимала видео про Amouage Guidance. Вы понимаете, я не знаю, уже вторую неделю у меня просто плед пахнет этим гайдесом. Причем я вот распыляла. То есть это попали какие-то капельки. Капельки попали мне на ногу. Ногу я засунула в тапок. Тапок этот пропах этим гадцем. Ребят, как? Вот, и там еще выходит версия экстрем. Куда? Зачем такая стойка? Кстати, я в телеграм-канале и писала. Я в шоке. Ну зачем? Ну, да, если это единственный аромат, он впервые в мир. Но опять же, чтобы пропахлись все стены. А я, тем более, человек, который люблю 2-3 аромата в день менять. Ну, это какой-то капец. И что самое интересное, вот пахнет вайб вот именно Versace Crystal Noir. Ну, я же понимаю прекрасно, что это был Amouage Guidance. Вот этот чуть-чуть рассольный сандальчик. То есть, я говорю, сладость в Guidance слышится в самом начале, потом это Versace Crystal Noir. Ну, для меня это так, дорогие мои. Ну, что вам могу сказать? Юб. Хороший парфюм, по цене прекрасный. Для мужчин это просто великолепно. И в пир и в мир, и в добрые люди, и на вечеринку, и в офис. Никого не напряжет, никому не надоест. Шлейф, стойкость с утра до вечера, особенно если на одежду попадет. Никаких мужских раздевалок, как говорят, никакой пенобритвенной истории. И свежий, и, можно сказать, ягодный, и тут же специевый, и с легкой сладостью ванили. Очень-очень неплохой аромат. Я бы не сказала, что это аромат, как говорится, 90-х годов. Очень-очень даже и прекрасная композиция. Следующий у меня аромат, дорогие мои, это у меня Мажда Бекали Фьюжн Сакре Обскур. Это, вы знаете, такие интересные флакончики. Я бы, если честно, вот так увидав такой флакончик, не зная, что это духи, я думала, что это какая-то, знаете, статуэточка. Очень интересно, я же изучаю именно нишевую парфюмерию, потому что у меня люкс это уже дофига и больше. Но новиночки люкса я всегда тоже стараюсь изучить. Этот аромат интересный. Меня заинтересовала здесь пирамидка. В пирамиде, пирамида тоже огромнейшая.
Кстати, сделал Бертран Дешафур. Он именно специализируется на нишевой парфюмерии, в основном бутиковые линейки люкса. В его исполнении это просто маэстро нишевой парфюмерии. В пирамиде сельдерей, ром, лаванда, кардамон, нероли, сладкий апельсин, бергамот, цитрон, кофе, гвоздика, герань. Гвоздика, цветок, гвоздика, специя, то есть карамель, ваниль, лакричник, бензоин, апопонокс, кедр, сандал, и серая амбра и мускус. Дорогие мои, аромат, да, со старта можно услышать такую какую-то ядрененькую зелень. Я бы, конечно, не сказала, что это, например, там сельдерей. Для меня это даже какой-то гальбанум, можно сказать, можно даже розмарином назвать, ну, прям сельдерей, сельдерей. Ну, может быть и сельдерей. Я не люблю сельдерей, если честно. Он очень такой специфический, хотя я люблю очень кинзу есть. Сельдерей, что-то как-то у меня сельдерей не заладилось, когда говорят, что он очень полезный. Но потом эта композиция разыгрывается. Разогревается на коже, появляется кофе, появляется сливочный сандал. Появляется вот эта какая-то кремовость легкая, легкая вот эта вот сладость. Да, много здесь специй, но аромат быстро смягчается. И тем самым, вы знаете, что он мне напомнил? Он мне напомнил Франк Бакле кафе. То есть здесь присутствует такой эффект, как будто бы отглажки утюга. Вот когда гладишь белье, вот какой-то такой запах. Либо, вы знаете, мне чудится, как будто бы чуть-чуть подгоревшая проводка. Но это не напряжно, это не горелки-горелки, это то есть это не высверливает мозг. На коже очень теплый, очень мягкий, очень такой уютный. Вы знаете, вот сейчас, на осень, на зиму, это очень интересная композиция. Но я бы не сказала бы, что это что-то такое вау. Я, если честно, не помню, сколько стоит Маж де Бекале, но что-то примерно из той же оперы. Может быть, нет таких вот ярких зеленых специевых нот на старте, но у Франк Бакле кафе, это достаточно, я вам скажу, бюджетная нишевая марка, вот практически такое, во всяком случае, мне так показалось, на мой нос. Очень красивый. Да, слышу кофе, да, слышу ванильные моменты, да, вот эта вот специевость. Но вот с блотера он все-таки более навязчивый. На коже это мягко, это сливочно, это кремово, да, с оттенками специй. Но, скажем так, стойка, шлейф такой на вытянутую руку, но не бьет, не сверлят мозг эти специи. Кто не любит сильные специи, вы не пугайтесь. Но опять же, дорогие мои, вслепую, конечно, ничего не советую. Вот, пожалуйста, пробничек. Взять, поносить, может быть, этим пробничком, как говорится, и дело таки окончится. Я его на подкорочку себе записала, но я еще поношу их параллельно, посравниваю с Франк Бакле кафе. Если они мне покажутся похожими, а Франк Бакле кафе у меня, так сказать, в виш-листике записан, все-таки я возьму, наверное, Франк Бакле. Только если что, из-за флакончика Маж де Бекале. Ну, буду дальше пробовать этот бренд. И следующий у меня как раз-то аромат от Франка Бакле, который называется «Эротик». Господи, тут тоже пирамида, я бы не вышептала, но пирамида вообще ничего не скажет, скажем так. Ну как, она, конечно, скажет, но большинство свое я здесь такого не слышу, всего этого не наблюдаю. Тоже. Ой, розмарин, лимон, базилик, бергамот, бензоин, гелиотроп, кардамон, тубероза, пачули, лаванда, дубовый мох, касториум, ваниль, апопонокс, амбра, кожа, ладан, цибетин, лабданум, сандал, мускус, кедр. Тут два, как говорится, таких животных компонента. Это цибетин и касториум. Но, дорогие мои, не бойтесь этого аромата. Это тоже мягкая, теплая история. Мне очень понравился этот эротик. Еще раз повторюсь, Франк Бакле очень доступный по цене нишевый бренд. Флакончики, особенно вот эта вот коллекция, которая в черных флаконах, там в кожаной шкатулке, очень красиво, достойная композиция на подарок. Это аромат унисекс, так же, как и Маж де Бекале. Но я с удовольствием ношу такие парфюмы. Вы знаете, мне даже этот аромат
напомнил парфюм, только сейчас мне пришло в голову. «Черная собачка» у меня есть, господи. Я на название Трусарди я не вышепчу. Действительно, пока выговоришь, дьявола можно вызвать. Вот что-то вот туда. Есть какая-то легкая такая медовость, мне кажется, в аромате. Ну, аромат не с медом, нет. Это вот просто моя фантазия дорисовывает. Я здесь слышу корицу. Теплую. Я здесь слышу вот эту амбру, как будто бы, вот знаете, такой золотистый мед. Вот амбра мне всегда почему-то в ароматах вот такую какую-то теплоту, медовость и золотистость дает. Вот с этой вот корицей, с легкой вот этой специей. Чем-то он меня еще и уносит к Халтат Найт от Tarte Collection, но они совершенно разные. Очень мягкий, очень такой обволакивающий, уютный. Да, на коже разогревается. Есть легкая такая животная нотка, но это нет, это никакими струями бобра, ничего такого неприятного здесь нет. Он просто, вот эти вот, видимо, животные нотки, мускусы, они придают просто такой какой-то мягкости, легкой такой сливочности в ароматах. Если здесь кожа-то она и заявлена, если здесь она и есть, то это мягкая замшевая. Такая какая-то вот прям вот еле-еле уловимая запах вот от замши. То есть это не кожа, не бруталочка, здесь нет никакого дегтя вот этого, который в основном там в кожаных ароматах добавляют. Нет, здесь все мягко, вот это вот чуть-чуть ванильность. Да, опять есть кардамоновые нотки. Кардамон, он такой достаточно яркий в парфюмах. Вот есть вот этот чуть-чуть холодочек. Теперь я вот уже начинаю, знаете, кардамончик этот вычислять, как начинается такая специя еще и с холодком. Вот уже сразу понятно, что здесь кардамон. Да, здесь это есть, опять же, с блоттера. Но на коже, ну это такая мягкость, ну это такой уют. Ну это просто великолепный парфюм, дорогие мои, на осень, на зиму. Это просто прелесть. Какая-то такая вот, я говорю, легкая вот эта бальзамичность, какая-то даже кока-кольность, можно сказать, в аромате есть. Да, не скажу, что прям тоже какой-то шедевр. Вот я говорю, мне уже вот «Черная собачка» пришла на ум. Мне уже сейчас уже и «Халтат Найт» чудится, что здесь уже как будто бы корица, а корица я пририсовываю опять вишню. Очень красивый аромат. Кстати, тоже не посмотрела, сколько он стоит. Ну, с моим промокодиком, но еще и в рассрочку. В общем, аромат «Эротик» от Фран Бакле я себе тоже записала на подкорочку. Тоже классный, уютный аромат. Так что зимой, в принципе, будет чем поживиться. Ну, а на сегодня у меня все. Надеюсь, что вам было интересно со мной. Как всегда, желаю вам самых вкусных и любимых вами парфюматик. Заходите ко мне на канал и увидимся с вами скоро. До новых встреч!